О том, где поставить машину, жители городка 17 больше думать не будут. Между зданиями судебных приставов и Маловеземской школы построили парковку на 120 мест. На этом участке большой поток автомобилистов. Родители привозят детей в школу, судебные приставы ведут прием граждан. Ранее машины здесь парковали вдоль дороги, что сильно затрудняло движение по улице. Теперь ситуация совсем другая. В часы приема граждан очень много приезжает автотранспорта, его негде парковать. И хаотично создается парковка на автопроезжей части. И в любом случае это нарушает безопасность рядом находящейся школы. Поэтому парковка для нас это очень знаковое событие. Спасибо главе администрации, спасибо территориальному управляющему. Проинспектировать выполненные работы приехал заместитель главы Одинцовского округа Станислав Григорьев. Осмотрел парковку и выслушал пожелания жителей. На данный момент нанесение разметки приостановили из-за обильных осадков, но вскоре полностью завершат работы на этом участке. Здесь остались небольшие, как говорится, мелочи, да, которые необходимо доделать. Это полусферы, чтобы автомашины, которые приезжают на парковку, не занимали проход, где дети идут в школу. Пешеходный переход будет нарисован, естественно, разметка, чтобы то же самое дети спокойно переходили этот участок дороги. Также в этом году провели комплексное благоустройство дворовых территорий. Пятиэтажные дома были построены в середине прошлого века, и обустройство дворов уже устарело. Это дома 12, 13, 14, 15, 10, 11. То есть это пятиэтажные дома. Довольно старые были дворовые территории. Там, ну, и асфальт старый, и бордюрный камень уже старый. На сегодняшний день у нас все сделано новое. Новые детские площадки, заасфальтированы дворовые территории, расширены проезды. То же самое в дворах, увеличены парковочные места. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».